Нарисуем паттерн. Первым делом создадим маску. UV-шов у меня вот здесь. Так, теперь мы это разблюрим. Разблюрим. И лейлзами уберем вот отсюда, это лишнее. Вот таким образом. Теперь надо создать паттерн. Паттерн будет по высоте. По высоте. Что у нас тут есть по высоте? Так, так. Вот, вот это прикольно вроде. Немножко, я думаю, его разблюрить. Ну, вот, например, вот так. Вот, теперь берем вот эту маску, добавляем сюда якорь. Здесь в маске вот это. Все выключаем, ставим сюда этот якорь. В самое начало. Вот.
И теперь хексагон нам надо режим оверлей вроде. Нет, не оверлей. Скрин. О, мультиплей. Теперь у нас на краях он так вот замыливается. Вот так мы получили размазанный паттерн. Здесь можно менять его характеристики.